Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что, давайте проходить опять за зомби. Опять будем за них, и у нас снова зубостизила. Так, это я на аренке дрался этим чудиком, поэтому возьмем, наверное, с вами разгром. Ну что же, зубостизила так зубостизила. Поехали. Попробуем. Но она тоже такая хитрая. У нее ульта есть одна очень поганая. Так, ну что, у нас есть первый ход, второй, третий, в принципе, и четвертый. Ладно, давай попробуем. Пропускаем. Интересно, он тоже ничего не стал ставить. Ладно, давай по-другому тогда. Мне опять придется пропустить ход. Бонгчой. Упс. И я на это не рассчитывал, парень. Иди, как говорится, прочь с нашего огорода. Но у меня есть третий ход. Так что сейчас мы приступим. Наверное, поставим его сюда. Он неуязвимость имеет. Так, а он с прочерком поставил грибок, да? Урон все-таки нанесет мне. Ладно. Стерпели, так сказать. Ага. Слушай, я, наверное, вызову Йети. Вот так вот. И вытянем с вами карту. Оу, смотри-ка. Такого у меня ни разу не было. Слушай, он что-то достал своими прочерками здесь. Видимо, у него колода вся состоит из растений с прочерками. Мне так кажется почему-то. Опачки, друзья мои, нам везет. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так. Захиляемся чуть-чуть. Так, а он... Ёпарсете, смотри, что делает. Воу-воу-воу-воу. Потише. 6-6. Так, а мы можем... 5-5. А ну-ка. Как бы мне теперь забомбить-то, а? Все, я, кажется, понял. Мы с тобой сделаем, наверное, один хитрый ход. Хотя, подожди секунду. Да, мы с тобой вот так вот сделаем. И... А что он сделает? Так, наносит 2 единицы урона случайному растению или растению-герою. Окей. Так, а мы с вами выставляем охотника. Сейчас мы его поймаем. Воу-воу-воу, 5-4. 5-4. Ну что, получается, что мы с вами... Да, 6 в лицо получим. Так, охотника тоже уничтожили. Он меня раздражает. Давай, знаешь, как поступим? Сделаем вот так. И, наверное, будет оптимально сделать вот так. Ты смотри, что он творит, а? Но мы с тобой получаем неуязвимость. Поэтому все окей. Единственное, что, конечно, 3 в лицо нам прилетит. Так, у нас с тобой безумие. Применяем. Так-то будет лучше. Знаешь, чего не хватает мне? Подхила. Мне нужно хильнуться. Так, давай выставим Йети. Ты смотри, какие он шикарные карты мне дает, а? С прочерком. Так, когда этот зомби наносит урон растению-герою, он перемещается вправо. Ну, посмотрим. Так, это для нас ерунда. Он может усилить, правда, его. Ах ты, засиря мелкий. Уничтожил мне, да? Зомбика. Так, у него 10 хп, у нас 7. Уже не шуточная, так сказать, битва у нас. Все зомби получают 1-1. Минус.
ладно, это терпимо. Он смещается вправо. Слушай, я, наверное, сделаю лучше вот так. Вытянем карту с тобой. О, шикарно. Он получает урон. Слушай, это классно. Давай еще вот так сделаем. Поехали. Что он будет делать, а? Ничегошеньки. А это говорит об одном, что он проиграл. Все, друзья мои. Довольно легкая была победа. Ну а мы с вами, естественно, продолжаем. Мы выиграли. 10 билетиков получил. Мне остается еще 190 билетов. И я получу себе новую карту. Так. Кто у нас, интересно, будет здесь? Травяной кулак. Блин, этот псих. Ё-моё. Ну, вы знаете, почему я его называю психом. У него есть тоже зверская ульта. Но у нас, в принципе, есть и первый ход, и второй. Давай, наверное, мы с тобой вот этого заменим. Ай, курица. Мне выпала курица. Ну что, поехали. Так, он вытягивает две карты. Значит, этот Бонг Чой, травяной кулак, да, делает себе доборы. Ладно, надеюсь, мы с вами все-таки сможем его разбомбить. Давай поставим... Ай, неохота, неохота мне сейчас ставить привидение. Упс, друзья мои, а вот это плохо. А вот это плохо. Он же сейчас будет 2-4 и так далее. Он будет с каждым разом себя апгрейдить, улучшаться, прокачиваться. Так, он становится 2-4. Мы можем сделать с тобой что? Немножко его вот так. Мне не хватает валуна. Вот если бы у меня был бы камень, я бы... Ай-яй-яй-яй-яй. 3-5. Ну и что ты прикажешь мне делать? 3-5, потом он будет 6-10. Нет, он будет 6-6. Получается так, да? Мне срочно нужна эволюция. Сейчас мы с тобой попробуем это сделать. Уничтожает растение. Давай-ка вот этого убери, пожалуйста. Ха-ха-ха. Ну что? Блин, так он этого выставил сюда. Ты посмотри, а? 7 в лицо. Ага, погоди-ка, у нас есть лечилка, я пока тратить не буду. У него тоже, ребята, сработала защита и 2 в лицо. Так, может быть, нам с тобой, не знаю, похиляться? Давай сделаем, наверное, хилочку. Смотрим, кого он дальше будет выставлять. Капусту. Да ты заколебал, ты смотри, что он делает. Слушай, я его подбить не смогу. Да, он меня уничтожит. То есть мы получаем с тобой 4 в лицо. Противно, когда получаешь по харе, если честно. Ну и что, и куда мне его поставить? Вот скажи, пожалуйста, на милость. Наверное, вот сюда. Я надеюсь, у него нет растения, которое усиливает грибы. А ему поставить его некуда. Тут вода, а он на воде не ставится. Но он делает другой ход, смотри-ка. Удобрение плюс неуязвимость. Зашибись. Я могу уничтожить, в принципе, капусту. Да? Могу уничтожить капусту. И, кстати, друзья мои, я же могу сделать неуязвимость. Погоди-ка, блин. У меня ноль энергии. Надо было мне, конечно, немножко по-другому сыграть. Слушай, мне кажется, что здесь мы с вами проиграли. Хотя, подожди. Не то совсем. Выпало мне. Ну и что мне надавали? Одних этих бафов. Ё-моё, где мои зомби? Опачки. Ну все, ребят, тут наша песенка, по ходу дела, спета. Минус 2-2 делает. Ну, максимум я могу этого уничтожить только. И все. Но это нам ничего не дает. Ладно, признаем поражение. Так уж и быть. Но в следующий раз я подготовлюсь.
Ладно, пускай радуется. А мы с вами будем переигрывать. Надо, главное, запомнить, что у него очень много... Так, кстати, секунду, ребята, я же изменял себе колоду специально для арены. Я когда на арене был, под противников ее затачивал. А здесь надо нам кое-что поменять. Вот зачем мне, скажи на милость, столько вот этих вот чувачков, а? Вот объясни. И валунов. Конечно, надо что-нибудь другое поставить. Например, взять вот этот спрей. Ну и можем мы с тобой еще, например, взять сюда вот этого. Ух. Поехали. Надеюсь, сейчас все у нас получится. Это всего лишь второй бой. Всего их пять. Но мы тут, наверное, надолго зависнем. Но будем стараться, ребят. Будем стараться. Так. В принципе, неплохо, неплохо. Вот этого мы поменяем. Ой, ё-моё. Да, как-то не особо хорошая рука в данный момент у меня. Я помню, какие у него там растения. Он опять начинает, смотри, вытягивать две карты. Играет по шаблону. Так, вот это мы с тобой перебережем, наверное, да? А ну-ка. Давай. Наши зомби становятся дешевле. Ага. Вызвал мяту. Он вызвал мяту. Мы ее уничтожим. Вот с помощью... Хотя, подожди, он же может ее прапать. Так, становится 2-4. Как бы нам с тобой здесь сделать-то лучше, а? Так, смотри, что я придумал. Мы делаем с тобой вот так. И, наверное, сделаем вот так. Одну энергию я оставлю специально, чтобы уничтожить. Ну, давай. Сейчас будет усилять. Мне кажется, он будет усилять его. Ну, естественно, всякими способами. Иди отсюда. Подловил я его. Отлично. Так, тут обмен у нас будет. И он получит 3 в лицо. Но ты не забывай, у него там колода в руке очень мощная. А у меня практически никого нету. И даже йети не выпал. Так, шар. Спортивные зомби. У меня спортивных зомби-то и нету. Ладно, сделаем вот так вот. Что-то, мне кажется, он сейчас применит ульту. Что-то именно об этом говорит мне. Потом выставим с тобой вот этот вот... Я не знаю, как его назвать. Агрегат, да? А растение получает 3-3. То есть 4-4. Куда бы его бросить-то? Давай-ка вот сюда его сместим. Пускай неуязвимый зомби его немножко подбомбит. Отлично. И мы с тобой вешаем еще одну неуязвимость. Он же, по-моему, у нас амфибия, да? Я ведь ничего... Нет, ребята. Не получится. Он не ставится на воде. Твою же налево, у меня все дорожки забиты. А у него там сколько удобрений, ты помнишь? У него грибов очень много. О-о-о, смотри, начинай делать. Неуязвимость повесил. Так, ну этого я, наверное, разбомблю. Слушай, лучше его раздавить. Я тебе серьезно говорю. Этот, конечно, сейчас пробафается. Будет 3-4. Поехали. Так, у него опять защита, друзья мои, сработала. Минус тренер. Так, 11 хп. Он бафается. Так, делаем с тобой вот такую штуку. Ёпрсета, я забыл, что у него вот этот есть. Что там? Вот, начинает свою истерику врубать, смотри. Псих-то недоразвитый. Ха-ха-ха, мы неуязвимость успели поставить. Отлично. Так, этого убираем. 3 в лицо нам достается, да? У него 10 хп, всего лишь 10 хп. Друзья мои, нам... Ага, смотри, у нас эволюция появилась. А это знаешь что? Говорит, что вот этого чудика мы с тобой отсюда просто убираем. И, наверное, я сделаю вот так.
Ну что, посмотрим, что он будет. Ну, конечно же, ну, конечно же. Ё-моё, это чудило, а. Бесявый, конечно, бесявый. Так, сколько у тебя там? Так, одна хпшка, да, у этого? Так, мы должны получить карту. Если получим, она будет у нас... Угу. Если получим. Но мы ничего с тобой не получили. Ну, я считаю, что это уже нечестно. Друзья мои, это уже нечестно. Так, переместите растение и вытяните карту. Зомби получает 3-3. Хм. Ладно, применим. Так, вытягиваем карту. Какое растение нам переместить с тобой? Блин, неужели вот этого придется, а? Ладно, ребят, давайте его вот сюда вот поставим. Вы издеваетесь надо мной сейчас, что ли? Я не могу понять. Минус 2. Так, слушай-ка, давай вот так вот применим. У него сколько там получается? 3 атаки, да? 3-8. Вперед. Так, отлично. Уничтожили. Сработает защита. А, какая защита? У него уже это растение стоит здесь. Друзья мои, мне нужны карты. Вот, зомби. 3-3. Давай, наверное, блин. А давай сюда поставим, у нас в броне же он, этот зомби, да? В броне. Оу, становится пятерочкой. 5-4. Слушай, ты достал, а? У него на все есть ответ, посмотри. Так, что мне там выпало? Безумие. Ну и куда я его воткну, это безумие? Ну давай сюда воткнем. Я вообще остался без карт. Да дуплись ты уже, а? Вот так вот. Хилка выпала нам. Слушай, ну это хорошо, хилочка. Это замечательно. Давай вот так вот сделаем. Так, ребята, у него тоже там 3 карты. Так, он что делает? Да, я понял, что он делает. Подбили бедного зомби. Здесь тоже. Так, друзья мои, ну... 6, всего лишь 6 у него хпшек осталось. Так, этот у нас неуязвимость, да? Давай его сюда поставим. У меня вообще полный бардак. Смотри, кого он будет? Наверное, этого усилять. Ха. Этого усилять, конечно же. Так, ну мы ему еще 4 в лицо сейчас зарядим. 4 в лицо. Остается всего 2 хп, но у него, не забывайте, ребята. Ага, смотри-ка, мне выпал кракен. Я могу его использовать куда? 2-2, минус 2-2, да? Я могу его... Да вот сюда, наверное, использовать будем. Отлично. Ребята, ну что, была не была. Сейчас, короче, бомбит. У него срабатывает защита. Я не знаю, что он там вытянет. И, по идее, вот этот зомби должен будет добить. Бонусную атаку. Пхе! Это ерунда. Все, друзья мои. Он сдулся. Смотри, как это происходит. Но бой, на самом деле, мне понравился. Я уже думал, что мы проиграем. Ну, ты сам все видел. Вот тебе и травяной кулак, а? Жулик. Кстати, кто-то просил из подписчиков: Рэй, поиграй, говорит, в арену. Друзья мои, я вчера вечером играл в арену. И я припарился там. Там до того имбовые ребята идут. Просто прокачанные. Прокачанные по картам. Вот это вот кукуруза легендарная. Потом, как там называется, вишневый сад, по-моему, да? Растение, которое вызывается и все ряды заполняет там суперскими этими растениями. Короче, из 10, наверное, проигрышей всего лишь одна победа. Делай выводы. Так, этот нам 3 в лицо нанесет. Ах ты, зубостезила, а? Чтоб тебя. Ну, у нас есть вот такой вот зомби в броне. Так, смотри, что делать, а? Блин, как ни крути, все равно нам урона больше достается.
Так, теперь надо брать вот этого, да, в оборот. А что я переживаю? У меня есть, ребята, валун. А зачем он это делает? А, он себе здоровье устанавливает, да? Окей. Убираем с тобой эту капусту к ядрене фени. У него карта уже меньше. И мы можем с тобой, наверное, даже... Так, зомби получает плюс 2. Вот таким вот образом. Понеслась. Так. У него защита с низким здоровьем. Уничтожает зомби меня. Так, у него 18, у нас 12 хп. Что будем делать с тобой, а? Эволюцию? Эволюцию. Ну, можем, в принципе, и эволюцию сделать, да? 4-3. Уничтожаем вот этого вот жулика. Размазали. Так, а у него прочерк. Будет усилять, наверное, да? Оу, тихо. Тихо, ребята. 4 в лицо получим сейчас. Или не получим. Стоит тратить, как думаешь? Я думаю, пока не стоит. Пока не стоит. Что же вы мне даете-то, а? Постоянно не то, что нужно. Ничего не стал делать. Это хорошо, друзья мои. Значит, мы его давим. Так, он получает 6 в лицо. Да-да, от меня именно. У него 12 хп. У нас 10. Воу, лекарь к нам прибыл. И, кстати, мы можем с тобой вот сейчас вот такую штуку замутить. Ха. Конечно же, это неуязвимость. Так, становится сколько там? 5-4? Но мы его уничтожим. Погнали. Пока, родной. 4 и 2. Итого у него 6 хп всего лишь осталось. Угу. Вызываем с тобой медика. Хильнемся. И продолжаем наши баталии. Опс. Сейчас укусит. Да, вот это, конечно, хитрая штука. А стоит ли нам ее уничтожать? Я думаю, что пока нет. Потерпим. Вытягивает две карты. Слушай, друзья мои, ну я скажу тебе следующее. Ему хана. Все. Зубастизилу мы с тобой победили. А это говорит о том, что мы переходим на следующий бой. Так, 1030 карточек, а нужно 1200. Еще два боя у нас с тобой впереди. И тут Роза. Блин. Кстати, вот сколько я играл на арене, я, ребят, не видел вот нового вот этого персонажа, великана. Помните, там зомби-великан у нас какой-то есть? Я не видел, я даже не знаю, как он выглядит. Ну, что вы тут делаете? Ну, посмотри, дали призрака, дали охотника. Ну, начнем с охотника. Сейчас наверняка будет превращать в козла. Смотри-ка, нет. Но мы ловим. Опачки. Тупо обмениваемся. Ладно, у нас есть с тобой... Оу, вот это, кстати, неплох. Очень неплох. Так, он ставит грибок с прочерком. Вот жучара. Ну что, мы его уничтожим, ясен перец. А как мы это с тобой сделаем? Через призрака. И, наверное, вот так сделаем. Давай посмотрим. Что он тут будет влеплять? Вот паршивец, а. Блин, привидение потеряем с тобой. Но у него... Так, почему защита сработала? Блин, опять у нее с картами проблем нету. А вот у меня большущие проблемы. Давай вот так вот сделаем. Все равно мы с вами имеем неуязвимость. Единственное, что кого он сейчас будет куда ставить... Ну, Роза, хорош думать. Заморозку, только не говори, что здесь заморозку. Ага, вот так он сделал. Ладно. Прощай, зомби. 16 хп.
Мне дадите нормальные карты, или вы будете мне какой-то ерундой тут, блин, кормить? Я не понимаю вот этого. Дали бы что-нибудь путевое. Ну, серьезно. Одни вот эти вот бафы, дебафы, да? Короче, заклинания. В козла превращает. Ты прикинь? Вот стерва, а. Что? Еще и заморозку. Блин, да... Ну, по крайней мере, карты теряет. По крайней мере, теряет карты. Я могу, знаешь, что сделать? Да. Улучшить своих зомбарей. Хоть какой-то урон нанесем, да? Да, опять защита сработала. Так, зомби получает минус 2, минус 2. Все-таки добила, да? Козлика моего. Все-таки уничтожила. А ну-ка, что ты по этому поводу скажешь? 4 энергии у нее остаются. Будет думать, как тут распределить. Что она будет делать? Ага. Это хилищее растение. А мы с тобой, знаешь, как сделаем? Вот так вот. 4-6. Опачки. И еще. На-ка. Еще 3. Блин, хиляется, а? Знаешь, что я могу сделать? Да, вот так вот, пожалуй, мы и сделаем с тобой. У меня всего лишь одна карта, а у него раз, два, три, четыре. Четыре карты плюс одна на дорожке, да? Я больше уверен, что там очень мощный, уничтожает зомби. Офигеть. Заморозка. Еще лучше. Ну давай, давай, трать карты, что ты? Это жулик. Так, что у нас там? Минус 2-2. Давай, конечно, вот этого вот. Добьем. И этого добьем, и этого. На. Так, хильнулось, да? 10 хп. Ну, хотя бы дали такого зомби, отлично. Выставляем сюда. Ну и что теперь, а? Ты, Роза, ты уже достала, вот серьезно говорю. Ты меня достала в корень. Так, вытягивает карту, естественно. Плюс заморозку, кому? Вот ушастая, а. Все, ребят, по крайней мере, у нее нету защиты. Так, тут обмен и тут обмен, да, получается? У нее две карты, плюс одну сейчас возьмет, будет 3, а у меня 1. И дали таково, дали таково. Как специально, дают всякую ерунду. Так, этот нас уничтожит, но он получит 5 в лицо. Давай, так, и вот так. Задергалась. Это хорошо, что ты дергаешься. Давай вот так вот сделаем с тобой. Этот зомби у нас имеет неуязвимость. О, пока. Этот зомби имеет неуязвимость. Уничтожает. Но 2 в лицо получим. К сожалению. Так, что мне тут? Опачки. А вот это хорошо. А ну-ка. 1 хп. Друзья мои, 1 хп всего лишь. Блин, опять зомби уничтожает. А мы делаем вот так вот. И все, ребят, победа за нами. Фух, с этой Розой всегда почему-то сложно драться. Но мы выиграли на этот раз. И у нас остается всего лишь один бой. Всего лишь один бой, который нам нужно продержаться. И здесь будет у нас, подожди, как, кто? Зубастизила, наверное, да? Точно. Кстати, ты заметил, что давно не было каких-то комиксов истории от зомбоса? Это я убираю. Ну, в принципе, как бы есть и первый ход, и второй, да? Так, опять условия. Зубастизила начинает игру с 15 единицами здоровья и минус 2 картами. Какие же растения мерзкие, особенно те, что едят зомби. Зашибись, с 2 картами он начинает, как будто мне от этого легче. 35 хп, ты представляешь? Она за это время себе столько растений подымет. Погнали.
Так, Бонгчой, пора тебе уйти отсюда с поля. А он сейчас будет делать, я больше чем уверен, доборы. Доборы карт. Мы опять с тобой получаем 3 в лицо, да? Так, что бы нам придумать, а, хорошенького здесь? Я могу неуязвимость поставить. Давай сделаем так. Ну, естественно, у него еще один такой есть. Блин, пипец. Одного уберем. И все равно получим с тобой 4 в лицо. То есть 10 хп всего останется у нас? Что, серьезно, что ли? Офигеть. Так, у нас выпала эволюция. Эволюция. Что бы нам с тобой замутить? Мы можем... Как бы тут сделать-то? Ну, надо, наверное, вот этого уничтожать. Потому что он будет постоянно расти, расти, расти. Ребята... А урон мы с вами выдержим, у нас работает защита. Смотри, я убрал, капусту позвала. Так, ну-ка. Вот этого парня отсюда уберите, пожалуйста. Так, хорошо. Так, у него одна карта. Что бы нам с тобой здесь придумать, а? Я, наверное, вызову спортсмена. Кстати, это неплохая карта. Очень неплохая карта. Она дает нам энергию. Как раз мне пригодится, чтобы использовать свои заклинания. Так, 4 единицы герою и растениям. То есть он сам себе восстанавливает, да, здоровье? Ладно. Ну что, этого, наверное, мы с тобой раздавим. А здесь мы с тобой усилимся. Погнали. Так, уничтожает с самым низким здоровьем. В принципе, мне не жалко. А, этого жалко. Так, она осталась без карт. Зубастизила. Как бы у нас преимущество сейчас в данный момент. Давай, наверное, поставим медика, потому что нам надо полечиться. И кого он выставляет? С прочерком. Ты посмотри, а. Отлично. Так, еще 5 в лицо. Минус 1, минус 1 все зомби получают. Но это не так страшно. Опачки, друзья мои, что нам выпало? Ха! А он все прочерками балуется, ты представляешь? Он сейчас столько урона она получает. На, получи. Последний щит мы сняли, он вытягивает 2 карты. Вот это плохо, ребят. Какие там карты, черт его знает. Остается только догадываться. Сейчас будет выставлять, наверное. Смотри, все с прочерком, все с прочерком у него. Давай, наверное, а что я тут уничтожу? 2 или меньше. Только вот этого. А мы с тобой получим 3 и 3, 6 в лицо, 6. Ё-моё. Это печалька. У нас 2 хп всего лишь. Правда, защита еще есть. Есть еще защита. Угу. Вызовем сумоиста с тобой. И, наверное, блин, кого лучше-то? Давай вот этого. Так, зомби с броней. Куда бы его подставить, вот этого чудика, а? Куда бы его влепить-то? Ну давай сюда, фиксим. Поставим под сумоиста. Так, 7, 6. 6 хп всего лишь. Что-то они мне дают совсем не то, что надо. Ладно, выставляем зомби с броней. Все, пока. 1-3. Ну понятно, он хочет уничтожить меня, да? Но смотрите, ребята, 1 хп у него останется. И у него всего 2 карты. О, какой красавчик тут выпал, смотри. Ха-ха. Ну что, прочерк. А, у нас работает защита, ребята.
Должна, по идее, сработать же, да? Нам крупно повезло с вами, согласись. Просто крупно повезло. Иначе нам бы конец был бы, если бы у нас не было бы защиты. Ну, а так, все отлично, мы победили, друзья мои, мы победили. И переходим с вами на следующую, а точнее на Луну. Мы с вами уже на Луне будем драться против, я так понимаю, Цитрона. Блин, Цитрон такой мерзкий типок. Но ничего не поделаешь, обязательно будем с ним разбираться, только это будет в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Let's go!